Для людини немає нічого найдорожчого, ніж те здоров'я, яке він втратив, на жаль. Але не будемо сумувати за те, що ми впустили. Давайте берегти те, що є. Ви дивитесь програму «На здоров'я». Рада вас бачити. Як стають донорами? Реальна історія реальної людини. Кров або плазма? В чому різниця? За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Україні має бути 33 донації, тобто здачі крові на 1000 населення. А зараз цей показник втричі менше. Хто-то закривав прогули в інституті, комусь були потрібні гроші, а хто-то хотів просто допомогти. У кожного донора є своя історія. Як і чому це сталося вперше? Наталія Удовиченко – випускниця Харківського мединституту. В медицині вже більше 25 років і майже стільки ж в донорстві. Мотивація, на самом деле, тогда была, наверное, когда начиналось это студенческое движение, да, то есть, конечно, тогда мы просто все были объединены этой идеей. Почему? Потому что все хотели уже быть врачами, все хотели уже каким-то образом кому-то помогать, да, что-то делать, а еще, конечно, к пациентам нам никто не допускал. И вот сама идея, как бы, сдачи крови, она давала нам возможность почувствовать себя, наверное, уже причастными к, хотя бы косвенно, да, вот к тем проблемам, которые мы решали, собирались в будущем. И, конечно же, вот у нас это проходило безумно феерично, потому что мы всегда были объединены всем этим лозунгом «Мы с тобой одной крови, ты и я», да, у нас мы даже писали в общежитии. Это было престижно, и мы гордились тем, что мы доноры. Існує різні види донорства. Донорство цільної крові і донорство компонентів. При здачі плазми кров після відокремлення від неї частини плазми відразу вливається назад в організм донора. При автоматичному плазмаферезі процес відбувається за допомогою спеціального апарату безперервно. Вся процедура займає 30-40 хвилин. Плазма відновлюється протягом декількох днів, кров – протягом місяця. Зараз в Україні потрібно в 3 рази більше донорів, ніж є зараз, тому що потреба в крові і плазмі є постійно. Дуже високий відсоток донорів саме серед медиків. Кожен чоловік, який пытается поступить в медицинский институт, у него уже есть какая-то история. Поэтому врач, если он уже изначально хочет быть врачом, он изначально внесет в себе потенциал какого-то определенного действия, помощи другому человеку. Да? То есть это всегда какая-то самоотдача, это всегда возможность и желание самопожертвования. Если этого нет, опять же, он врачом просто не останется и работать не сможет. И поэтому, наверное, процент донорства в этом плане среди врачей больше, да, то есть это а, люди изначально настроенные на самоотдачу, и б, это то, что они находятся в тех условиях, когда они видят, что донорство – это не пиар, донорство – это необходимость сохранить жизнь той популяции, тому количеству людей, которые тебя окружают, дать возможность рождаться здоровым детям. Будучи среди всех этих ситуаций каждый день, врач, естественно, осознает необходимость этого всего, да, реальную, и он видит результаты, как это помогает, как действительно после переливания крови люди остаются жить, как это действительно спасает не пустые слова, человеческую жизнь и дает возможность реабилитировать этого пациента. Кожен третій житель Землі хоч раз в житті потребує донорів крові. Щорічно переливання крові потребують 1,5 мільйона українців, а з початком бойових дій на сході країни – ще більше. Ну, а взагалі-то що тут роблять люди? Лежать собі, відпочивають, а процес триває. Плазму можна здавати від 6 до 12 разів на рік з інтервалами 2-3 тижні, а цільну кров – не більше 3-5 разів на рік з інтервалами в 3 місяці. Що здавати – кров або плазму – обирає сам донор. Це вже традиційна така процедура – беруть кров на COVID-19, на ІФА. Тест для всіх пацієнтів Харків-Плазма. Я считаю, что вот сейчас, когда я услышала о том, что Харьков-Плазма сегодня проводит исследования в области создания вакцины по ковиду, да, то есть как бы есть сейчас такие предложения о том, что люди, которые переболели, имеют антитела, приглашаются в Харьков-Плазма для того, чтобы сдать кровь, для того, чтобы можно было поучаствовать в создании этой вакцины. А я считаю, что создание вакцины сейчас – это, ну, наверное, то, на что весь мир должен быть как бы направлен, все свои, ну, вернее, направить все свои усилия. Я не имела клиники заболевания ковидом, но мало ли, а вдруг, а мало ли, я нахожусь среди людей, я достаточно активный образ жизни веду, то есть я имею, скажем, возможность на сегодняшний день сдать кровь, и я хочу попробовать поучаствовать во всем этом, как бы, ну, скажем, действии для того, чтобы это, может быть, действительно кому-то помогло. Музичка програла, це означає, що фініш, процедуру закінчено, плазму ми здали. В
все, можна пити чайок. Отриману плазму заморожують і поміщують на карантин не менше 6 місяців. Якщо після закінчення цього терміну дані лабораторних і клінічних досліджень донора залишаються нормальними, плазма віддається для лікувального застосування. Ну ось кожен раз, як здаєш плазму, таке відчуття, що майже крила виростають, таке відчуття легкості, якогось підйому. Чи може так в мене, я не знаю. Як відчуття, от як донор донору, чесно? Відчуття, во-первых, не больно. Во-первых, безопасность. Вот это очень сильно подкупает, потому что ты лежишь и понимаешь, что все, что сделано, здесь делается все одноразовыми системами, и ты знаешь, что ничего здесь ты не подцепишь, не заразишься ничем. И это очень-очень-очень сильно, как бы на самом деле, дает возможность спокойно себя чувствовать. Ну, потому что Наталья доктор, и вот для нее эти вещи важны, она смотрит и на эту часть. Вот процедуры, да, очень важно. Да, и то, что на самом деле в процессе процедуры происходит все очень внимательно с точки зрения персонала, да, то есть вот тебя поспрашивали, тебя положили, тебя укрыли, аккуратненько, допустим, сделали все процедуры, и потом вся остальная процедура на самом деле вообще происходит очень незаметно. То есть я думала, что будет более болезненно, потому что сдача крови, я опять же уже говорила, что это не первый мой опыт именно сдача крови, донорской крови, да, то происходит намного сложнее. То есть уже к концу, получается, головокружение появляется, а здесь ты не чувствуешь на самом деле никаких абсолютно неприятных ощущений. Скажу больше. Зубы лечить больнее, чем сдавать плазму. 100%. Зубы лечить больнее, чем сдавать плазму. И вот для меня на самом деле вот сейчас тоже такое ощущение, что у меня вот что-то, знаете, вот как-то произошло что-то хорошее, да, вот какое-то ощущение какой-то радости, какое-то просто хорошего настроения, да, то есть вот я что-то хорошее сделала для себя. Мы настолько часто не имеем на себя времени, мы настолько часто вот куда-то идем, там пытаемся оздоровиться, там где-то ехать далеко на море, да, там пытаемся покупать какие-то дорогие гаджеты там для того, чтобы улучшить свое здоровье. А на самом деле вот тут-то реальная ситуация улучшения своего собственного здоровья. Причем тебе только нужно прийти. Тебе нужно только прийти, тебе нужно только лечь, и все профессионально за тебя все это сделают. Чисто, аккуратно, стерильно, неболезненно делается очищение твоего собственного организма. Здоровье людини – це багатство, яке можна відняти, але не можна привласнити. Будьте здорові і багаті. Зустрінемося!